Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате Панангин. Панангин выпускается в виде таблеток. Действующее вещество – калий-аспаргинат, магний-аспаргинат. Применяется препарат как дополнение к диете для увеличения количества магния и калия в организме. Применяется при дополнительной терапии, при хронических заболеваниях сердца, при сердечной недостаточности, постинфарктный период, нарушениях ритма сердца, прежде всего при желудочковых аритмиях, по рекомендации врача. Также как дополнительная терапия при лечении препаратами наперстянки, по рекомендации врача. Принимает препарат так. Обычная суточная доза для взрослых составляет 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Таблетки применяет внутрь. Дозу можно повысить до 3 таблеток 3 раза в сутки. Желудочный сок способен снизить эффективность препарата, поэтому панангин рекомендуется принимать после еды. Курс лечения определяет врач. Противопоказаниями является повышенная чувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ препарата, почечной недостаточности, болезни Аддисона, кардиогенном шоке. Не рекомендуется применять беременным и кормящим женщинам из-за недостатка информации о воздействии на них. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк! Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.